Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, забираем свои ежедневные награды. И, по-моему, у меня хватает монет для того, чтобы приобрести ДНК на Шинигами. А тут нам выпадает нейтрализатор. Так, давай-ка мы с тобой посмотрим, действительно хватает. Да, 126 монет, поэтому покупаем с тобой 3 ДНК на Шинигами. Итого у нас 69 из 100. Шикарно. Так, забираем здесь награду. Сразиться в боях и пройти серию испытаний. Кстати, давай-ка мы с тобой сегодня пройдем смятение из другого измерения. Там осталось у нас совсем чуть-чуть, как 75% уже пройдено. Значит, нам нужно 1, 2, 3, 5 поединков. Всего лишь каких-то несчастных 5 поединков. Ребят, конечно же, берем, как говорится, руки в ноги и вперед. Надо было, наверное, брать нам все-таки не Рафаэля, а Усаги. Ну ладно. Один поединочек мы так с тобой сыграем. Опять у него там глаза на выкате, я смотрю. Давай сделаем постепенный отхил от нашего супер шреддера. Он лишним не будет, поверь. Кусь-кусь. Давай-ка я, наверное, вот так все-таки сделаю. На. Слушай, подожди, а если... Да давай провокацию возьмем, фиг с ним. Возьмем с тобой провокацию, чтобы никто здесь никого не тронул. Добить сможешь? Не сможешь. Дебаф пошел. Видишь, какой жучара. На тебе. Бумс. Ответочка незамедлительная. Да ладно, Ксивер Монтес вообще не получил урона. Почему? Не понял я вот этого юмора, если честно. Так, добиваем его. Упс, у него отложенная смерть была, как ты видишь. Вот она, шейка-лейка. Давай, наверное, смертельную волну для начала. Хоба. Чтобы не хилялись. Валим этого шреддера. Дальше валунчик. Однозначно. Да ладно. А, у него отложенка была. Ну и все. Четенько, четенько было сработано. Мы всех здесь победили. И двигаемся с тобой дальше. Сегодня, друзья мои, не забывайте, понедельник. Сегодня будет буст. Дай бог, я его не просплю. А если даже и просплю, то все равно будет буст. Рафаэля я, наверное, брать не буду. Возьмем вот так вот нашу старую команду добрую вместе с Усаги. Так, ну что, Рокстеди, ты готов получить... Блин, да куда ж ты, а? Рокстеди надо было бомбить. Усаги, ты немножко не то сделал. Так, ну главное, двойная атака есть. Опа. На тебе. Получил. Ну, у нас здесь Рокстеди, Бибоп, Муха. Навозная цокотуха. На тебе ракетой. Щелк. Нормуль. Так, Масуха, да, пошла? Так, ну что, шипики или как? Ну давай шипы сделаем, фиг с ним. Тыдыч. Постепенно не повесилась на всех. Теперь отлично. Давай сюда удар. Хильнуть бы мне их, если честно, не помешало бы. Как-то мне не нравится их уровень здоровья. Немножко настораживает. Мало ли что-то пойдет не так и раскромсули и досвидули будет. А мне это как бы не особо нравится. И хочется переживать на ближний раз. Тем более, когда уже дело идет действительно приближение к Кренгу. Ты вспомни, когда у нас там в прошлой было, в прошлом смятении, когда мы пришли, и он бомбанул так, что мало нам не показалось. Я даже сам опупил, на самом деле, от его супер-пуперного удара. Но никак не ожидал, что он такой может сделать. Прям какой-то прорыв у него был. Так, ну что, опять отхил, что ли, делать? Раз мы не можем с тобой хиляться, да? Нормально. Нет, в принципе, если взять сюда Майки, нашу команду, то, конечно, мы свою командочку полностью захиляем. Ну, придется, наверное, делать вот так все-таки. Найс. И вызываем маузеров. Тыдыч. Ух ты. Тыдыч не получилось. Вот теперь все нормуль. Так, Хан. Крис Брэдфорд. И, конечно же, Змейковьем. Так, замедляшка сработала.
Давай, тройной укусик, чтобы он упал сразу же. Давай, Армагуша, красавчик. Вертушку, я думаю, здесь не стоит тратить. Просто проникающим вот так вот бомбануть. Плюс добивка. И можно положить месть. Сделаем это через змейка Вьюна. Так, а добивку? Так, вторая атака его уничтожит. И остаются вот эти вот машины. Пауки. Красава. Давай, добивай его. Фу, с одной плюшки вылетел. Идеально, ребята. Так, еще два поединка, да, у нас остается, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, два поединка. На последнем поединке у нас будет уже сам Крэнк сидеть и поджидать нас. Потирай свои лапки. Причем зря потираем. Так, давай-ка. Ну, здесь, наверное, так рубанем. Че нам, как говорится, да? Опа. Отлетел. Ну, а стрела зада, они сами по себе на изи разбираются. Тыч. Твои кулачки тебе не помогут. Крип плюс Джастин. Ну, давай валуном. Так уж и быть. Хлоп. Все упали. Круто. Круто. Армагоша даже здесь, как говорится, прописал, да, по полной программе. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. И у нас последний бой. Конечно же, нас наш дорогой Крэнк сидит и ждет, не дождется, когда мы к нему придем. Явимся. Мы уже тут как тут. Мы пришли, Крэнк, за тобой и за нашими наградами. Так, Бакстер Стокман тут нас встречает. Ать. Грибы эти. Да хорош ты, как ты вот не вовремя блокировку-то повесил, причем практически на всех. Я, наверное, сделаю отхил здесь, на всякий случай. Пускай висит, лишним не будет, поверь мне. Опа. Опа, минус Бакстер. Так, минус гриб. Ну что ты там пыхтишь, хиляк себе повесил. Ну и все, все, друзья мои. Идем прямиком к самому Крэнгу в гости. Где он там? Вот он на своей зарядной машине. Эта машина заряжает вот этого робота. Почему-то вот сзади у него вот этот вот ранец, этот, который летающий, да, реактивный, маленький слишком, чтобы такую махину в воздух-то поднять. Опа. А замедляшку не повесил. А тройной кусик, если тебе. Тынь, тынь, тынь. Блин, смотри-ка, живучий какой. А если так? Есть. Даже пикнуть не успел. Ну все, 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 иди отсюда. Вылазит там что-то, карабкается. Как-то так, ребят. Как-то так. Ну что, забираем с тобой награды, открываем паки и все прочие сундучки и так далее. Так, ДНК из другого измерения. Рафаэль, Донателло, Леонардо, Донателло и сюрикены. Собрать и сбросить. Поехали. Так, ДНК нам выпадает. $1 выпал. $2. Так, Майки плюс Джастин. Бинокль. Рафаэль видение. Оу, Рафаэль видение. А он же нам как раз и нужен, да? Конечно. Так, Эйприл, Донател оригинал, Рокстеди морозилка. Здесь все. Так, уже $13, 5000 мутагена, 15 пиццы. Ну и сам видишь, да? Хопа. Ну, здесь больше надо смотреть, ребята, вот сюда и вот сюда. Шикарненько. Собрать и сбросить. Забираем. Так, поднять уровень персонажа. Я надеюсь, у нас... Ага, нам нужно будет сходить на арену, чтобы немножко подзаработать мутагена. Там 29 тысяч, ну почти 30, по-моему, даже. Да, 31 тысячу с половиной нужно для того, чтобы прокачать ему сотый уровень. А на арене вряд ли мы с тобой заработаем, потому что... Ну, мы с тобой где находимся? Ну, 28 ранг, сам видишь.
сколько, 1-2 поединка максимум. И все. Ну давай попробуем, фиг с ним. Зачем я взял всех топовых, что-то я не могу понять. Хотя тут два боя, ну три максимум, три. Так. Ну и валунчик. Все. Ну, в любом случае, нам с тобой не накопить здесь никак 30 тысяч мутагена. Хотя нам не 30 тысяч нужно, нам всего лишь 9 тысяч, да, надо? Так, ну что, мы с тобой 18-я позиция, отлично. Так, возьмем этих орлов. Поехали. Ванька в шинели в такой. Мне нравятся его золотые кастеты. Мощные такие. Правда, немножко они не так должны стоять, находиться, по-моему, да? Они должны на костяшках находиться, а у него как-то где-то чуть-чуть повыше. Так, ну что? Давай постепенку на них. Ага, дудки там постепенку. Ну, двоих хотя бы упали. Двое, да? А у него, смотри, я только сейчас заметил, что у него на пачке попкорна изображены кролики. Только сейчас заметил, серьезно говорю. Как-то на это раньше не обращал внимания. Ну, кролики, я имею в виду маузеры. Ну, что это за дела? Вот и все. Думал, не пробьем мы тебе, что ли? Хе. Так, и какая там, надеюсь, 9-я позиция? 8-я? Ну? 8-я. Так, последний у нас бой выходит. Возьму я, наверное, Лео и Шредера. Раз, два, три, вот так вот. Что нам там с тобой еще-то остается сделать? Ну, отыграть сыр весь. Получается, да? Ну, сыр на поиски пойдет у нас. Микеланджело того же самого, да? Можем на Шинигами запустить. То есть выбор есть, куда сфейлить этот весь сыр. Ну, и топовое место? Так, точно. Топовое место. Так, заходим в магазин. Погоди, какой магазин-то? В испытание. Конечно же, в магазин я побежал, а? Так, ну что, нам нужен вот этот Майки. Так, 25 жетонов. Не то. Опять не то. Да что ты будешь делать-то? Напоминает мне прошлую серию. Все, достанем, кроме... Есть, наконец-то. Выудили. Так, теперь здесь идем за Шинигами. Кто-то попросил пройти последнее событие. Погнали, ребят, последнее событие. Фиг с ним, так уж и быть. Кто-то там, Рэй, ты не прошел последние события, пройди, пожалуйста. Ладно, сделаем, пройдем. Ну что, бросаем бомбочку. Да я думаю, тут не стоит, наверное, шипы тратить, да? Потому что стрелозады, они и так разбираются на изи. Тыч. На тебе, ух ты, не пробили. Ванюш, ты что так схилял-то, а? Мог бы пробивным-то бомбануть. Да не буду я здесь тратить. Они все равно легкие, видишь, с удара падают. Можно даже вот так вот сделать. Хлоп-хлоп, нормуль. Так, переходим с тобой на третью волну. Ну, давай пулеметную дробь сделаем. Один все-таки упал. Ой. Да ладно, ты вот прям вот с такой защитой, что тебя прям не пробить аж. Лапекс, успокойся. Жух. Ничего себе пробило. Эй, тихо, ребята. Давай, завязывайте тут прикалываться. Ты посмотри, сколько здоровья-то они ставили. Эй, так дело не пойдет. Шредер, нам нужен твой хил. Ну что делать? Давай так, наверное. Нужен нам твой хил обязательно.
Иначе мы тут далеко не уйдем. Что-то так раскатали. За милую душу просто. Так, подожди. Давай, наверное, так вот сделаем. По карайке. Теперь бомбочку. И шипы. Я не помню, кто... А, спринтер там с черепашками, по-моему, да, будет на последней волне. Сделаем с тобой баф, пока есть возможность. И удар. Там, по-моему, спринтер с черепашками будет. Ну да, так и есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да что ж ты делаешь-то? Блин, сразу началось уклонение. Зашибись, ребята. Теперь попади, называется. Мечтай, держи карман шире. Фиг попадешь по ним теперь. Ё-моё. Да ладно. Ну это вообще как-то, ну это трындец, ребят. Просто не попасть, не пробить, блин. Ну как такое может быть? Ай-яй-яй-яй-яй. Ушатает Криса Брэдфорда, это понятное дело. Сюрики, шпурики. Я офигею просто, какого фига он, блин, взял, просто успел сделать этот. Не, ну это трындец. Давай еще сфейлимся здесь, ё-моё. А чё не сфейлиться-то, а? Да. Они мне вообще дадут сходить сегодня или нет, ё-моё, блин. Ну и зэка, короче, мы потеряем. Ты заколебал, а? Смотри, что вытворяет, а. Хоть бы попали бы хоть по кому-нибудь. Угу. Зэку, ребята, в любом случае, наверное, кранты сейчас будут. Да, добьет его Усаги. Все, да выпендривался. Что-то не ожидал я, конечно, что нас вот так вот разберут, если честно. Да это Майки тоже, блин. Ну ты видел, да? 85 уровень, он вешает вот это уклонение. И все, и ты фиг попадешь по нему, блин. Не то, что даже по нему, вообще ни по кому попасть не могли. Просто мимо, мимо, мимо. Ух, ладно, главное прошли. Прошли, что там нам достается, спринтер. Так, ну фармить здесь я не смогу. Вот здесь только можно, и то чуть-чуть. Так, шинигами, я чувствую, у меня не выпадет, да? Последний шанс. Да. Не выпало, друзья, к сожалению. Так, сразиться в трех боях. Ну, понятно, что мы здесь делаем. Здесь мы с тобой идем на паукуса. И находим на него вот эти вот 8 последних комиксов, которые нам нужны. Один есть. Второй комикс нашли. Да ладно. Но второй комикс, давай третий, четвертый и так далее. Так, третий. Четвертый. Ну, началось. Четвертый, пятый. Еще три нужно. Ну, ё-моё, ну... Шестой, седьмой и последний. Последний комикс и все. Восьмой, все, ребят. Прокачиваем до пятой ступени. Блин, если я потрачу, нам не хватит на Донни. А нам в любом случае не хватит, да? Тогда тратим, ребята. И пятая ступень. Что нам тут не хватает? Всего лишь 14 вот этих вот книжек. Всего лишь. Ну, пока есть пицца, давай попробуем найти. Сливаем абсолютно всю пиццу. Подожди, что такое? Чё? Вот перекинули непонятно куда. Так, книжки вроде находятся. Ну, сегодня все равно Донни получит у нас сотый уровень. Потому что в любом случае сегодня будет арена, буст. И там мы с тобой... Нащелкаем этого мутагена за глаза и за уши.
Так, что-то поднять уровень персонажа. Ну, хватит нам, наверное, на кого-нибудь из слабеньких, да? Давай, ну, Рафаэль 55 сделаем. Окей. Все, и забираем здесь наградочки. Ну, вот такая у нас получается сегодня серия, ребята. Опять же, не забываем, что до конца... Чего там? 4 часа? Ну да. 4 часа, грубо говоря, остается, и будет у нас буст. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.